Дензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка». У вас грубые нарушения проектно-технических норм. Манагер, откуда нарушение, если ранее проверка стройнадзора ничего не выявила? Если вы не можете ответить на вопросы проверяющих, то я вызываю форензику. Ой, да что вы все понимаете в строительстве? Часть временных мелких сооружений мы забираем с других объектов после завершения их строительства. Также мы поступили и с этим вагончиком. Странно. В сметно-финансовом расчете данного строительного объекта указана закупка нового вагончика. Все наши строители приехали издалека работать по найму и живут здесь вплоть до окончания строительства. У каждого есть отдельное место. Тут всего 6 кроватей, а в документах указано, что работает 15 человек. У нас поставлен строгий складской учет. Если не израсходована какая-то часть строительных материалов, что бывает весьма часто, то она возвращается обратно на склад. Вот все документы. По результатам анализа данных в складском учете мы не выявили каких-либо возвратов материалов со строительной площадки. Все поступления на этот склад происходили только от поставщиков после полной оплаты счетов. Это план строительства из проектной документации. Здесь есть все необходимые замеры как отдельных помещений, так и здания в целом. Ничего себе! Фактические размеры заметно меньше запланированных. А вот расход строительных материалов остался точно таким же, что и в проектной документации. Это акты и счета на оплату земляных работ по подготовке места для фундамента. Все работы выполнены вручную. Да, недешево, но для нас главное — это качество. Мы выяснили, что Манагер экономил себе в карман средства, выделенные для временных вспомогательных сооружений. С его легкой руки, по факту, производилась закупка бывших в употреблении сооружений по цене новых. Но самое главное, их было меньше, чем это установлено в проектно-технических нормах. То есть те проверяющие, что первый раз не выявили никаких нарушений, были всего лишь актерами, нанятыми Манагером для отвода моих глаз? Да как он мог? Через своих дружественных поставщиков Манагер закупал повторно часть неоприходованных на объекте строительных материалов. Кроме того, Манагер осуществлял избыточные закупки строительных материалов за счет отклонений от плановых размеров объекта, а также проводил на бумаге оплату ручных земляных работ, на самом деле выполненных более дешевыми экскаваторами. Форензика, спасибо. На основании выявленных вами фактов Манагера ждет не просто увольнение. Ему придется нести уголовную ответственность с возмещением ущерба, причиненного хозяину. Форензика. Цикл комиксов о расследованиях финансовых преступлений и корпоративного мошенничества от компании «Эксперт-разведка».